Пожалуй, главная вечеринка осени в Твери. Продюсерский центр Татьяны Бертуль вот уже не первый год вносит вклад в культурную, модную и светскую жизнь города, запуская значимые проекты для женщин и детей, проводя благотворительные ужины. А с этого года доброй традицией стали и яркие сезонные вечеринки. Сегодня мы рады приветствовать всех гостей и наших дорогих партнеров на третьей сезонной вечеринке «Шиз осень». Этот вечер воистину будет наполнен красивой музыкой, шикарной атмосферой и красотой женщин нашего города. И атмосферу вечера в ресторане «Пинаты» создавали не только живые выступления музыкантов, по-настоящему осеннее оформление, долгожданные встречи и новые знакомства, но и лекция-презентация от сомелье, а также специальное меню от шеф-повара. С продюсерским центром Татьяны Бертуль мы сотрудничаем действительно уже много лет. Мы пришли к выводу, что необходимо делать серию вечеринок. Каждая вечеринка имеет непосредственно свой новый взгляд, новую картинку, новое наполнение, новую атмосферу. Также мы со своей стороны стараемся каждый раз сделать новое меню в рамках гала-ужина. Поэтому я думаю, что это очень большой, удачный проект по коллаборации ее продюсерского центра и нашего ресторана. Звездной гостьей вечера стала стилист программы «Модный приговор» Вера Маркина, которая выступила с несерьезно познавательной лекцией «Все, что вы хотели знать о стиле, но боялись спросить». Конечно, не обошлось и без подарков от партнеров продюсерского центра Татьяны Бертуль. Генеральным партнером выступила больница Пирогова, главным бренд «Ямагучи». Больница Пирогова поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать Татьяну Бертуль в ее проектах, потому что нам нравится все, что она делает, потому что она несет красоту, и мы тоже несем красоту. Помимо отделения косметологии, также у нас есть отделение пластической хирургии, общей хирургии, нейрохирургии, травматология, ортопедия, гинекология, кардиология развивается, неврология. Поэтому у нас очень много направлений, и все не перечислить. Компания «Ямагучи» старается поддерживать крупные интересные события нашего города. Продюсерский центр Татьяны Бертуль – это о красоте. Здесь много прекрасных, красивых девушек. Конечно же, «Ямагучи» также помогает поддержать свое здоровье и поддержать свою красоту. И сегодня мы предложили гостям как раз протестировать это фитнес-оборудование, массажное оборудование, бьюти-приборы. Также партнерами вечеринки «Шиз осень» выступили цветочный лофт «Ла Пиония» и агентство «Идеальная свадьба» Ольги Шулевой, рекламная компания «Доджер». Продюсерский центр Татьяны Бертуль всегда открыт для новых партнеров. И одним из таких стала сеть фитнес-клубов «MyFit». У нас общие интересы с Татьяной Бертуль. Мы хотим делать девушек счастливыми. Соответственно, MyFit работает для здоровья, а Татьяна помогает им, так сказать, вдохновляться, цвести и пахнуть. И совместно с продюсерским центром Татьяны Бертуль в этом году мы даже запустили курсы на базе MyFit. Фотопозирование и другие курсы для взрослых и детей. Гости вечеринки отметили, что такие события вдохновляют, насыщают жизнь новыми идеями и помогают вырваться из бытовых дел и рабочих будней. Мне очень нравится то, что делает Татьяна, и как это влияет на женщин, на меня в том числе. Хочется наряжаться, быть красивой, общаться с интересными людьми, приходить на такие потрясающие мероприятия, на которых не только красиво и вкусно, но еще и интересно и полезно. Приходя на такие вечеринки, мы чувствуем себя звездами. Так приятно видеть, насколько все гости сегодня готовились к мероприятию, какие образы, какие шикарные наряды. А настоящим подарком в завершении вечера стало выступление певца, автора песен и ученика Ларисы Долиной Евгения Опа. Как отметила Татьяна Бертуль, впереди еще не одна сезонная вечеринка. А ближайшее событие от продюсерского центра состоится 28 ноября. Это будет благотворительный ужин, посвященный всемирной акции «Щедрый вторник», присоединиться к которому смогут все неравнодушные люди.